старт. Кто у нас выпал со старта? Бруклин. Бруклин. Неудачно старт принял Бруклин. Остальные участники, словно стрелы, выпущенные из арбалета, приняли старт. Гапон с дельфином повели. И бег повел дельфин, и гапон первая пара. Вторая пара — Нормандия и баррикада. Вот так они парами распределились к отметке первой четверти. 34,4 секунды первые 400 метров. Бег ведет по бровке дельфин. Это внутренняя сторона дорожки. И во второе колесо гапо. Разворачивается между дельфином и гапоном. Ну, просто сказать, классическая борьба. Дельфин-гапон. Гапон-дельфин. Первая пара. Оп. Далее баррикада и Нормандия. Четверть что была? Четверть. Вы посмотрите. Одна и семь у меня. Так, 33 секунды. 33. Слушайте. Первая пара, третьей четверти, упорная борьба. Смотрите, как работают дружно высоки. Оп, оп. Значит, 34,2. Гапон, дельфин и третьим по ходу Нормандия. Выпала из борьбы Наталья Рагулина на баррикаде. Пейс растет, а пейс растет в упорнейшей борьбе между дельфином и гапоном. За 32,7 секунды четвертая отметка дистанции. Впереди с небольшим преимуществом с поля гапон. Нет, а вновь борьба ухо в ухо. Но рыжий дельфин идет по внутреннему кругу. Он примерно метров на 10 кроит в каждом повороте. Все будет решать финиш. За 33,6 секунды была пятая четверть впереди. Пока большим преимуществом.